Здравствуйте, дорогие зрители. Соскучились? Мы тоже соскучились. Итак, приступим к новостям. Начнем не с самых веселых. У двух мексиканских актеров погибли ближайшие родственники. Был убит брат Пабло Монтеро Хавьер Фернандес. Он был найден на улице с многочисленными ножевыми ранениями. Это второй брат Пабло, погибший при таких странных обстоятельствах. Мексика – страна с очень высоким уровнем преступности, так что никто не застрахован. Покончила с собой сестра Эдуардо Капетильо. Она оставила предсмертную записку, где просила у всех прощения, особенно у мамы. Что там произошло, пока неизвестно. Скорее всего, она решила это сделать из-за неизлечимой болезни. Ну, а теперь к вещам более приятным, а именно к романам, разводам и тому подобное. Марианна Сиуане вновь одна. Она рассталась со своим другом-спортсменом, объяснив, что нет у нее времени на эти глупости. Она сейчас начала работать в антрепризе «Запах гордении», и все ее время уходит на подготовку. Ну а после спектакля Марианна развлекается вот так. Короче, напилась я пьяна, не дойду я до дома. Зурия Вега и Карлос де ла Мота были застигнуты при весьма интересных обстоятельствах. Издание ТВ Нота сразу же решило, что это роман. А вот Зурия и Карлос возмутились и сказали, что вранье. Никаких романов, просто дружба. А хоть бы и роман, что такого? Пошли слухи о страстном романе между Хименой Наварретте и Уильямом Леви. Сомневаемся в правдивости этих слухов, так как у Сальвадора Михии это один из приемов повысить рейтинг сериала, который, как известно, стремится к нулю. Кстати, Леви испытывает и другие проблемы. Он чрезвычайно не уверен в себе, когда снимается в одной сцене вместе с Иваном Санчесом. Дело в том, что у Санчеса несколько более высокий уровень актерской подготовки, и запоминает он свой текст с первого раза. И снимается с первого дубля. А вот у Вилли проблемы и с запоминанием, и с произношением, и дубли ему нужно гораздо больше. Полезное дельце иногда сравнивать себя с настоящими актерами. А то Брэд Питт латинский. Ага. Лорена Меритано завела роман с колумбийским телеведущим Эрнесто Калсадилья. Он считается одним из наиболее желанных холостяков Колумбии. Их неоднократно видели вместе целующимися, так что здесь сомнений никаких нет. Ну и Лорена у нас девушка хоть куда красавица. Давид Бисбаль недолго проходил в холостяках. Ну, точнее, недолго он может быть верен какой-то одной женщине. Его теперешняя подруга, порториканская актриса экс-мисс мира Зулейка Ривера, в общем, недавно подтвердила, что да, у них таки есть какие-то отношения. Сначала они оба отнекивались, а потом, видно, надоело. И теперь оба признают, что у них очень близкие отношения. Ну, тут еще один интересный факт. Зулейка недавно рассталась с мужем. Причем брак был чрезвычайно коротким, буквально скоропалительным. Родился ребенок, и все, любовь прошла, завяли помидоры. Спрашивается, если муж не монстр, то зачем его бросать? Есть два варианта. Или он таки действительно монстр, или есть другой мужчина. Бывший муж Дженнифер Лопес, Охани Ноа, просит со своей бывшей жены 4 миллиона долларов за интимную пленку, снятую в их бытность мужем и женой. Обнищал, видно, мужик окончательно, а других заработков нету. Как-то не верится, что у него не заныкано где-то еще этих пленочек в банковском сейфе. И как только Дженнифер заплатит ему 4 миллиона долларов, Охани не вытащит еще одну пленку и скажет, а у тебя 6 миллионов. Роберто Молл был госпитализирован жестоким бронхитом. Сразу же в прессе появились сообщения, что у него грипп AH1N1. Роберто это опроверг и сказал, что не так уж ему и плохо, как некоторые сообщают. Короче говоря, не дождетесь. Ну и Карлос Понсе. Он отличился на все 100%. Его пригласили на программу «Новый день» на Телемундо, и там во время приветствия ведущих он внезапно крепко поцеловал в губы ведущего Даниэля Саркоса. Народ до сих пор не думает, что это было вообще? Что за странные порывы такие? Почему так любовь обуяла? Ну, поцеловал бы Адамари Лопес, например. Нет же. Ну и напоследок несколько фото из серии «Я убью тебя, лодочник». Точнее, «Я убью тебя, фотограф». Потому что за такие съемки надо точно убивать. Итак, Хуан Солер. Смотрите. Майти Перрони. Фернандо Калунга. И Эдуардо Яньс. Ну, на сегодня все. Думаем, что на следующей неделе мы встретимся опять.
потому что наши звезды шоу-бизнеса латинского непременно приготовят для нас новые, очень интересные и горячие новости. До свидания.